Всем привет, покажу наш номер. Это мы заходим. Башмаки стоят. Так, тут у нас спальня. Большая кровать. Ночники. Шкаф большой, это очень удобно. Мы туда разложили уже барахло все свое. Здесь в шкафу. Сейф. Всякое. Барахолка, всякое. Здесь у меня тут плачки, рубашки. Вообще, меня там на улице Юра ждет. Я вернулась, потому что это было флешку от фотоаппарата. Тут у нас балкон. Но я туда заходить не буду, это у меня Юра наругает. Вот балкон. Это в спальне балкон. Мне надо побыстрее идти, я вам сейчас быстренько так пройдусь, покажу. Тут у нас туалет, умывальник, душ. Пошли дальше. Здесь у нас второй туалет, очень удобно. Это у нас зал. По телеку есть русские каналы. Что хорошо, когда уходим, электричество в номере не отключается, можно заряжать технику, оставлять кондишн. Здесь кухня. Мы, наверное, когда-нибудь ничего не приготовим. Наверное, холодильник. В холодильнике бар, пиво, кока-колы, вода. Ценники очень даже гуманные. Вот, пиво. 55 песо, оно в магазине стоит 45, поэтому на 10 песо всего больше. Телевизор, русский канал. Бар, мы тут завтракаем. Это наш большой балкон, терраса. Ну, я туда тоже выходить не буду, потом отдельно сниму. Мы тут вечера наши коротаем и завтракаем. Сейчас очень жарко, поэтому туда лучше не выходить.